Если я это ты, а ты это я, то кто глупый? Ты. Он. А, нет. О, опа. А, это штуковина можно лезть. Да что же я показываю-то тебе, блин. Ну, моя лично ни в чем. Проблема есть. Хотела такая, типа, о, я прошу. Йотрбабчелики, и сегодня мы с вами в тролл-обби, а Ульяна в тролл-обби в первый раз. Так что, Ульян, готовься быть затролленной. Мы вот с Ланой, когда проходили это давным-давно, да, мы, честно говоря, страдали. Нет, туда не... Ну, можно и туда. Ну, в общем, это все навеяно... А, да, ну, за первую смерть наверняка. Это все навеяно тем, что мы прошли недавно Лане игру. Точнее, не прошли, а начали проходить игру... Как она там называлась? IQ обе, что-то такое. Вот. А, ты сразу просекла, да, эту тему? А мне пока все нравится. Мне пока, когда все, значит, легко. Ага. Все, пока все нормально. Так, просто, ну, он написал, типа, давай, иди вперед, просто доверься. Сердце! Он. Сердце сейчас. Ай! Ой, подожди, да мы же немножко прошли вперед, поэтому, к сожалению, каждый вот, все, привет. Каждый раз теперь будет нас кидать да при каждой что смерти. Что такое? Блин, как там быть? О, слушайте, а я могу так сделать. Мы троллим Ульяну, не троллим себя. Так, а Ульяна, слушайте, а Ульяна-то не троллится ни разу. Ульян, ты так, как конечно, так конечно, сейчас делаешь? Умирала вон 4 раза подряд. А, don't да? Don't touch red. А, don't touch red. А, что? Некрасиво. Опа! Ну, что ты делаешь? Ну, что ж ты делаешь-то, Лана? Я не хотела умирать. Я умерла, и я теперь очень далеко. Смотрите, что творит. Что творит эта Ульяна? Обалдеть. Ты что так проходишь быстро? Смотри. Тут все написано. Смотри, да, тут все написано. Такое мы тоже уже... Так, ну-ка, Лана, давай. Куда идти? Ха-ха, спасибо. Изи. Ой. А здесь что? Что здесь? Ага, тут на беленькие нужно. На беленькие, это нормально. Агась. Здорово, что мы здесь не мешаем друг другу. Ран. А, господи. А что случилось? Да, очень хорошо на самом деле. А, понял, все, понял. Спокойно. Оп. Это то чувство у меня сейчас, будто бы ваш, так сказать, блин, пранк пошел не по плану. Пранк. О, а здесь, подожди, здесь похоже? Да. Да, ну, короче, если мы троллим Ульяну, я отказываюсь проходить, я буду просто нажимать на следующий чекпоинт. Нет, так нельзя, я тебя буду осуждать в таком случае. А мне надоело отщелкивать назад. Ничего страшного, отщелкивать. Так, ну-ка, смотрите, что делает Ульяна. Ну, здравствуйте. В какой-то момент Ульяна так, ну что, Ульяна, давай. Налево нельзя. Я жду здесь и посмотрим. Так, нет, ты давай, иди куда. Направо тоже нельзя. А можно назад? Назад явно можно. О! А ну-ка. Блин. Че, упал? Ну так. А это вообще-то ты должна троллиться, а не я. Че это за дела? Че это за вот эти вот штучки еще? А вот. Так а как вот же так-то здесь происходит? Как же что так такое? А что происходит? Такое случилось? Хоба! Не получилось. А что это? Я не понял. Меня не надо троллить, пожалуйста, давайте. Я уже, кстати говоря, мы уже, точнее, почти дошли до того момента, где я был. Что, Ульян, что, сдаешься, получается, а? Сдаешься? Конечно, нет. Что это было? Чего? Ульяна, как это понимать? Это что такое? А это, я не знаю, это просто что-то. Осуждение, лютое осуждение. Вот, смотри, что делать надо. А вот и нет. А вот и да, вообще-то. А вот и нет. Не, вы видали, что творит? А кто запрещал мне покупать, скажите мне, пожалуйста, уровень? Кто? Как, кто? Я? А это не говорил, это не было озвучено. Ничего не знаю. О, смотри. Хотели, главное, меня затроллить и еще вот... Блин, да как тут пройти? Хоп. Привет. Ай, блин, зачем я тебе подсказал? Это самая большая проблема этих хобби. Ты хочешь показать, что ты можешь проходить и подсказывать. Зачем я тебе подсказываю? Ты должна быть затроллена. А тем более, что ты еще и уровни тут покупаешь, блин. Ай. А что такое? Что случилось? О, опа! А, это штуковина можно лезть. Да что же я показываю-то тебе, блин? Ладно. Спасибо большое. Мы теперь в равных условиях, мы теперь вместе будем проходить. В каком году родился Эйнштейн? А я что, знаю, когда родился Эйнштейн? Видимо, в 79. Я, конечно, знаю. 1879, я что, не знал? Так, а тут что написано? Если я это ты, а ты это я, то кто глупый? Он. А, нет. Видимо, я. Осуждаю. Ладно, поехали. Так, и здесь? О, боже мой. Спокойно. Так, Ульян, вот здесь. Стой, вернись. Ульян, вернись. Я это помню. Вернись. Я не могу уже. Да, конечно.
Так и в смысле? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вперед. Ага. О боже, о боже, о боже. Прыгай, прыгай, маленький, прыгай, маленький. Малютыч, давай. Прыжок. Прыжок, здорово. Потому что если пропускать чекпоинты, то добром это не кончается. Ой, и лабиринт здесь, есть. Судя по всему, будет, да? Ну-ка. А да что, ну, все? Блин. А, нет, лабиринт, рил. Рил лабиринт. Лабиринт? Да, если ты сможешь пройти, то ты молодец, я не могу пройти, чего? А как пройти? Да блин, в смысле? Лан, ты не помнишь? Нет, я не помню. О, здорово, а что ты тут делаешь? Что-то мы, по-моему, уперлись просто и зырим друг на друга. В чем проблема ваша? Ну, моя лично ни в чем. Проблема есть. Хотела такая, типа, о, я прошла. Моя лично ни в чем проблема. Не отрицаю, конечно, да. Такая хоба. А знаете, я сейчас вообще сделаю вот. Нет, Ульян, я запрещаю тебе, Ульян, это запретно. А что ты запрещаешь? Ну, разумеется, покупать следующий уровень. А, ты это сделал после того, как я... Что? Я думал, там что-то как-то ты нашла, а ты купила следующий уровень. Ульян, официально затроллено, просто затроллено. Прекрати. Некрасиво. А кто сейчас на следующем уровне? А я на следующем уровне. А тот, кто покупает следующий уровень. А видишь, а мы не покупаем. Ещё, мне кажется, тут какая-то хитрость должна быть, потому что, ну, не может такого быть. Ну, это точно. Слушай, ну тут один путь, это 100%. Йоши. Да. Угу. Ну, что? Посмотри. Куда? Ну, вот там вернись, посмотри. Там были ступеньки, что ли? Все, спасибо, Лана. Лана, огромное спасибо за поддержку. Понятно тебе, Ульян? А мы не затроллены, а ты да. Ой, а что ты тут делаешь? Ой. Ну и все, и вообще пока. О, и пока. Что такое? Я не знаю, куда я иду, но куда-то точно иду. А я за тобой. Просто я улетел. Все, блин, хорошего. А может тут просто прямо надо прыгать? Да что да ты нет, будешь прям делать? Я пробовала. Ты чё там тусишь? Вернись! Вернись, нет. Я тебе запрещаю тусить без я нас. Я вас тут троллю. Вернись, тролль. А что это такое? Это дуэлька какая-то? Это что такое? А, ребят. А ну-ка, что такое? А нажмите справа сверху, пожалуйста, на два мяча. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого. А меч мне дайте? Блин! Дай мне меч. Оп, а, спасибо. Оп, оп. Получай. До свидания. Так. Оп-оп, все, пока, короче. А мне больше нравилось нажимать на котика сверху. Котик? Ну-ка, котик. Это, короче, когда у тебя минус нервы, ты такой, о, киты, маленький, хороший, мемный. Вот этот пикон. Милый, важный, радужный. О, это медведь, это Мишка. Ой, этот просто маленький, хорошенький. А этот такой, когда, это знаете, когда случайно включил эту фронталку. Просто да, тупо. Да, понимаю. Это что со мной? Реально, просто вот, да. Ты про-плеер, ты сможешь, все будет хорошо. Ну, в общем, нас тут поддерживают, все, уходим. А как выйти? Нет, я не хочу отсюда уходить. Тут а прекрасный кот. А как есть. Выйти? А все, а мы теперь туда останемся. Все, 23, 24. А не могу дальше. Да, не могу дальше. Все. 10 робуксов, получается, стоит. Ребят, покупочка. Тут, да тут что маленький кит, он бейдж дает. О! Да ладно, я вернусь. Я его видел, я к нему просто не подошел. Здорово. Действительно, действительно так и есть. Давайте, ребят, дальше, дальше. Мы сможем. Мы не будем затроллены. Да, блин, будем, походу. Да ладно, я же помню, тут что-то было. Да кого? Да нет, я падаю, тут за что-то цепляюсь и падаю. Осуждению моему нет предела, просто стой. О, стоит, смотрите, стоит. Так, хорошо. Спасибо. Куда дальше, что делать, как быть? Ага, так, хорошо, я понял тебя. Оп. Боже да мой. Нет же! Такой звук сейчас был, капец. Да куда? Дальше куда, Ульян? Подскажи, пожалуйста. Ай! Ну ты видел, да? Я видел, да, ну примерно, да. Так, нормас. Дальше, вот сюда или как? Ну вроде. Ну ты сюда? Как первый раз прошел, просто прям летал. Летел. А у меня тут написано фрискип, это я могу использовать? Да. Что... Фрискип? Хорошо, да. Спасибо. А вы какие? Что это такое у тебя? Ладно. Да, я теперь хорошо выгляжу выглядишь. Вот так. Спасибо. Ничего большое. Себе. Спасибо. Это вторая кнопка, где человечек. Если вы чего-то достигли, то можете уже это использовать. Опа.
Фиолетовый. А ну-ка, Итан. А мне тоже беленькая есть. Тупо мафиозники, реально. Посмотри. Че, а тут у нас... О, слушайте, такое мы видели в игре, которую проходили Лани на канал. Спокойно. Так, Ульяна, ты слишком похожа на Йоши. Может, перекрасишься чуть-чуть? Да что ж такое? Хорошо. Да вернись. Дай. Куда, ребят? Меня просто выкинуло, выкинуло из этого Обби, вообще просто, что? А чё как быть? Есть информация? Я не знаю, может направо? Да нет. Да нет. Может назад? Да нет, непонятно. Пожалуйста, заберись сюда, заберись как-то. Я прошу, кто тут не так? Не знаю, какие кто у вас пошёл? Проблемы, а как там у меня? В порядке. Мне не дают пройти, вот шифтом нормально получается, шифтом, а почему не дают мне пройти? Почему не дают мне пройти? Я буду злиться, я буду сейчас злиться, ладно, меня, похоже, тоже хотят затроллить до конца, до победного. А чё ты смеешься? Там сбоку, а чего ты наверное, смеешься? Надо. Я вот этого понять не могу, то есть ты довольна, а, ну, значит, зачем? Прошла. Зачем? Я уже проходила это все, да, я умею. Умею, говорит, может, ты проскипала все это дело, кто тебя знает? Ничего подобного, у тебя все записано, там все видно было, как мы проходили. Неправда. Правда, ничего там не было видно. Ну вот туда тебе да и отправляться тогда. Я смотрю просто за Ульяной. Куда-то полетело. Так, надо смотреть, так сказать, на все с хорошей, с положительной стороны. Через 4,5 минуты, 4,50 мы можем снова скипнуть бесплатно. Соглашусь. Боже, да что, в чем проблема ваша? К этому времени у нас нервы вообще не уйдут, и мы не воспользуемся 10 робуксами. А, кстати, прикол, хотите, у меня вообще 0 робуксов, я заметил это сегодня, по-моему, сейчас даже, я даже чекну. Да, 0 робуксов, вообще офигеть. Ого, а как так случилось? Да я не знаю, просто закончились сами собой. Слушайте, ребят, ну тут не пройти, вот видите, я отсюда тоже не могу, видимо, кто-то что-то делает не так. Интересное кино. Ну да, а кто-то это мы. Кто-то это мы, а вот ты все делаешь отлично, судя по всему. Ну да, я уже тут. Так, нет, никак не получается. А если так, как? Давай я наперед пойду. Да нет, не получается даже так. А что если... Оп, нет, ладно. Опа! А как это понимать? Да не говори. Ой, пока. Как ты до этого дошла-то вообще? Ну, просто в сторону. До какого момента, интересно, мне знать? Вот до того. Видимо, где-то здесь. Да ты чё? Да ты вообще... Спокойно, еще спокойно, чуть-чуть спокойно. Дальше. Тут где-то надо будет прыжок. А, знаете, что я буду делать? Вот так. Ой. Да это... Кого? Мы сюда пришли кого троллить? Меня, что ли? Я пришел сюда, чтобы Ульяна тоже пострадала, как мы страдали. Все, ладно, Ладно, веди нас. Я вот так пойду, пожалуйста. Опа! Ёша, это метод краба прохождения. Хорошо-то как? Я не знаю, это просто прохождение. А, слушайте, мне кажется, я знаю. Да, нет! Может, это тогда? А, на правой стороне. Да, так оно и есть. А тут что? Так, нет. Тут черненькая штука дубасит. О, а здесь наоборот. Нет. Нет. Да блин, хватит. Хватит, прекратите, я ведь уже это проходил. Я ведь помню, должен помнить. Что ты крутишься? Ты не должна радоваться. Я танцуюсь. Так. А что мне еще делать? Мне ничего не могу, может, пойду вкусняшку какую-нибудь возьму. В какую вкусняшку? В жизни, в смысле? Ты что? Ну да. Нет. Как-то нет. Нормально, конечно. Вот вообще не могу. Что, я тут это уже все прошла, а теперь зачем мне еще страдать? Ха-ха. Ха-ха. А, вы увидели, да, что я сделал? Ну, как бы, да. Ой, да я уже успел, это шапка эта долбанная, точно. Да я успел, о чем речь? Ну-ка, пошел. Я так не играю. Выехали. О, Лена прилегла что-то отдохнуть. Да, это я под прессом немножечко так. Пресс качаю себе такой. А, подожди, а что это, как это работает? Да все, погнали, оп. Я не понял. Да что происходит? Наверх надо, Ёши. Да ладно. Надо на них прыгнуть. Я у Ланы заметила. Я катаюсь. Я в кастрюле. Как? А что это за Лана-чемпионка вообще? Троллобей каких-то? А я же еще застряла там внутри этого куба, но сразу не поняла, зачем и почему, и как этим пользоваться. Подожди, это вот просто вот перепрыгнуть? Че, серьезно? А зачем вы предложили нам? Надо же настоящий найти. Ну, вот этот настоящий, те... Опа, нормально.
Что-то было. Хватит перескакивать через уровни, я тебя осуждаю. Мне так удобнее, если я умру, мне очень долго щелкать потом. Ну ты, конечно, да. О, тут как бы... Не понял вообще. О, там кнопочка. Какая кнопочка? Там кнопочка. Обалдеть. А, блин. Ну это обычное обе, это не тролл обе, это обычное обе. Да, это я умею. Мы уже видели. Ой-ой, это тоже умею. Ой-ой-ой. Пойдет. А, я думал, цветяшки, а это... Ой, жесть, этого можно касаться, типа, обалдеть. Куда ты пошла? Я пошла прямо. Вперед. Да ты взломщица, прекрати. У тебя либо память хорошая, либо ты просто капец как... Ой, что это такое? А что произошло сейчас? Ладно, нас телепортировало, в принципе, я не против. Да как так-то? А, я знал, я прям чувствовал, слушай, я прям супер чувствовал. Все понятно. Оп, ай, может другой? Ай, все понял, все. Ай! А, нельзя касаться. Ай, да... Так, хватит смеяться. Это не... Ай, а может это другой... Не смешно. Ай. А что это? Что это за смешнявочки пошли? Я сейчас не понял. Что это такое? Оп, я прошел, а ну, вы нет. Ну, потому что немножко смешно. Глаза. Глаза. Эти глаза напротив смотрят на меня. Оп, оп. Вот и свела судьба. Да, так оно и есть. Меня с этой... Ой, с этой стеной. А можно я пропущу? У меня бесплатно. Нет. А, ну ладно. Если бесплатно, то можно. А все, все. А я прошла, понятно? Ладно, скажи, пожалуйста, какой у тебя уровень? 49-й. 49-й, да? Угу. Ну что, я думаю, что мы осилим. Осилим до тебя пройти. Ну-ка. А что делать? А, нам просто показывают, типа, и все. Изи. Оп, а ты что тут делаешь уже? А? Ну, я тут жду вас. Ты тут живешь? Ну, да. Плюс работа, или как? Понимаю. А, ну-ка, подождите, а вот так вот если... Оп! Тихо-тихо-тихо-тихо. Схватиться. Оп-оп-оп-оп. Ты куда пошел? Да я не путешествую что-то. Так, ну мы знаем то, что тут так опрыгать надо. А тут? А тут что сделать? Что сделать здесь? Тут не понял. Подожди, может вот сюда? Нет. Видимо, нет. Может... А я подожду, пожалуй. Да что сделать? Эй, Лана. Скипнуть, скипнуть бесплатно, Ёша. Какой скипнуть? Какой скипнуть? Скипнуть это для кого? Ну, если ты можешь, почему бы и нет? Ну, не, а нет. Стоп, о! Что? Меня перенесли. Опа. Только тут не дают мне пройти. Крутышка получается. Ну, подожди, сейчас я попробую. Ха. А она телепортируется здесь. Не, вы видите вот это вот. Это что такое? Это как? Я и так могу еще. Пока. Так. Ну-ка прекратить. Ой, чё, подождите, что-то почувствовал вот тут. Почувствовал. Вот тут я тут что-то почувствовал. Я серьезно говорю. Ну подожди. Ну хватит смеяться. Я что-то тут почувствовал, я вам говорю. Да нет. Там стена, конечно. Нет, вот здесь. Ой, пока, короче. Пока. А смотри, а где у нас тут наш, так сказать? А вон, что это такое? Как это называется, я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю, это что такое? А у Ланы там все уже скоро закончится, уровни, которые она не приходила, поэтому вот-вот. В принципе... Да что ж такое? Сначала, мне кажется, у Ёши закончится видео. И нервы сначала у меня закончатся, мне кажется. А у меня бесплатный скип, все, я пошла. А, ладно, у меня тоже. Ай! Не затроллены, проверяйте. Так, а что за дела? Непон. Ай. Убивает на второй ступеньке. Соответственно, нужно, наверное... На третью. Да что? Вот так вот. Да ёлки! Я не знаю. Я думал, ты сейчас скажешь, я все поняла, я все поняла. Жесть какая, ребят. Вы тоже это видите или нет? А что? А как ты это сделал? Левой клавишей мыши нажмите на эту фиговину. Обалдеть. Вы представляете? Да ты чё? Мне кажется, я этого вообще не помню. Мне кажется, это мы точно не проходили. Кажется, мы скипали, да, Ёши. Фух, хорошо. Мне сказали, выбери правильный путь. Ага, привет, Лан. Привет. Вот это что такое? С ним что? Да, правильный телепорт. Он пинается. Он пинается, ой, да. У него рюкзак классный. Рюкзак? Ну-ка, действительно классный рюкзак. А как выйти отсюда? Есть информация? Не знаю, он говорит, слишком много сахара. Ну, сахара ему, да, мне кажется, больше не надо давать. Так, Ульян, не ходи в третий, хотел я сказать, но не успел. И, да, четвертый. Ульян, четвертый. Хорошо. А в третьем, может, бейдж дадут? А в третьем, да, дадут бейдж, это точно так, аккуратненько. Ну, может, мы его просто получали уже, я помню этого парня. Я только что получил. Ну что, получается, мы почти дошли до того момента, где мы с Ланой были. Так выходит. Ага. Осторожно, там черненькие светяшки. Ай-яй-яй-яй. Да, я вижу, спасибо. Так, спокойно, спокойно. Вот тут вперед вот такой шажочек.
Стоп, что? Шажочек, а что я надо сделал? Наверх прыгать. Ёша спустился и стал. А, ладно. Почему ты мне это не сказала раньше? А я знала, ты говоришь шажочек. Я думаю, ну да, вперед, а потом наверх. Да. Ульян, вперед, наверх. Да, просто шажочек вперед. Ура! 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 Ёша, спокойствие. Ну, как я и предполагала, видео на этом закончится, потому что дальше мы не пойдем, и я могла ничего не проходить все видео. Ха-ха. Изображаю маленькое привидение. Так, спокойно, спокойно. Оп! Фух! Ну, привет! Ну, привет! Сейчас, все, я должен пройти еще один уровень. Я прошел. Все. Видишь, Лана? О! Вау! Что это? Вручили? Шляпу, Федора. Какой-то предметик. Опа! На этом полюбас надо заканчивать, потому что мы из каких-то мафиози стали такими детективами. Вот. И Обби затроллила все-таки всех, кроме Ланы, я думаю, так. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. 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 Yeah.